Я вот думала, украсить к Хэллоуину нам наш двор или нет. Да, с маской, только без пистолета. Почему? С пистолета, чтобы он ей там нравится и вообще она там жить останется. Маргарита грустит, потому что она не хочет искать новых друзей, если мы переедем. Как смешно. Всем привет. Мы приехали в магазин. А тут уже, смотрите, подготовка идет вовсю. Да, для Хэллоуина. Нам нужны стаканчики, мы стаканчики купили. Ну, у них всегда так одно и то же, да? Да. Каждый год они одно и то же выставляют. Все то же самое. Я вот думала, украсить к Хэллоуину нам наш двор или нет. Паук. Угу. Ну, он 100% будет 140, потому что они очень дорогие. Угу. Такие скелетики. А вы посмотрите, эти костюмы есть, которые вы хотели? Нет, тут нету. Нет? Точно? Нет, если тут нету, это маска. Девочки хотели на Хэллоуин одеться, как в фильме эти... Бумажный дом, да, называется? В красные костюмы и маски у них одинаковые. Ну, я не знаю, это, наверное, скорее всего, только через интернет надо заказывать. Получается, маски нету на 4 тонн. Да, я думаю, здесь нет такого. Не такие у них маски? Нет, не такие. Нет, у них были с такими. Белые, ну белые, да, у них маски? Да. Угу. А, 68. Я такая смотрю, 8. Думаю, не может быть такое 8 стоить. Это стоит 68, вот это вот. Такая. Ну, вот это вообще как надгробие. 68. Вот это 68? Это же пенопласт. Она, по-моему, что-то делает. Маргарита. Она что-то делает, наверное, или нет? Нажимала? Все, мы поехали домой. Как видите, Каролины с нами еще нет. А, и мы нашли мочи. Ой, а где кокос? Да, мы только пробовали с манго, а здесь кокос, фисташки и ваниль. Сейчас будем пробовать новые. Сейчас? Да. Мы же руки не... Руки не мыли. Да, потому что там не руки, мы там трогали все. Тогда ждите, пока домой приедем. Они как раз растают. Это что Макс взял? Тут Макс. Собирать машинку. Да. Бонни! Она опять носки таскает, Маргош. Твои. Она твои носки таскает. Бонни, на мячик лучше. Мячик. Давай. Давайте попробуем. Так где что с чем? С коко? Здесь кокос, здесь ваниль, а здесь фисташ. Сейчас будем пробовать. Наконец-то у нас хоть какие-то другие стали продавать. Это все время одно и то же. Мангу, мангу. Папе дайте. Я не уверена, что мне понравится. Почему? Вкусно с кокосом? А я кокос не люблю. Да. Вкусно пахнет Рафаэлем. Вкусно. Угу. А так кто взял? Да. Да, разбираем сумочки. Кстати, я купила тыковки вот такие маленькие. А где еще одна тыковка? Вот одну вот такую. И еще где-то есть одна тыква. А, вот она. Вот такая маленькая. Это туда вниз. Да. А я сюда. А вот это тоже? Да, это тоже вниз. Здесь пусть яблоки лежат. С яблоками не надо.
И она сама ездит? А потом можно опять разобрать? Да. Ну ты должен сам научиться разбирать, собирать. Вот, это у тебя пистолет? Та-та-та-та. Ну ищи давай. Ищи костюмы. В красных костюмах. Вот в таких. С маской. Да, с маской, только без пистолета. Почему? С пистолетом? Да, я хочу. У нас как раз. Что, пистолет покупать, что ли? Да. И где вы такие пижамы найдете? Можно просто красную пижаму купить и пойти, и маску. Нет, не пижама. Вот 29 франков. Это только маска. Да. Нет, это только... А, да, точно. Ну вот, 27 франков, 28 франков. 140 сантиметров, 150, 130. Нет, 140 ты уже, это маленькая тебе, 150. И пойдете грабить дома? Они уже купили костюмы? Марго, они уже купили костюмы? Нет. Нет? А вдруг они не захотят, а вы потом пойдете в красном в эти костюмы? Ну, туда мы пойдем. Так вы решите? Не обязательно все вместе то же самое делать. Так, у меня здесь жарится картошечка. И... Ой, опять запотела. И смотрю влог. Сама же свой влог смотрю. И еще хочу вот такие вот пожарить курочку в панировке. И мы сегодня будем кушать... кебаб, что-то такое, да? Ну, в общем, я буду в лаваш, да, в лаваш буду заворачивать курочку, картошку, там, салатик, помидорчики, огурчики, в общем. Каролина сегодня опять не придет, она нас бросила вообще, не хочет ехать домой, она сказала, что ей там нравится, и вообще она там жить останется. Нет, она завтра уже домой приедет. Как-то плохо, когда кого-то из детей нет. Я же мама, и когда какого-то ребенка дома нет, хоть одного даже, то как-то все равно переживаешь, что такое. Зубу уже... Жупу уже падает. Диэнта я концом ее. А по-русски? Зуб? Да, кровь идет из зуба. Потому что он у тебя уже болтается, его надо выдергивать. А мне это только... Он мне не дает. Смотрите, какая у него футболочка. Да, я тоже боюсь выдергивать. Прям до Хэллоуина. Селект... Это нужно выбрать этого игрока, да? Yeah. Как будто это какая-то игра. Ты кого выбираешь, Макс? Какого игрока ты выбираешь? Привидение, скелет, Дракула или... Как его называют? Зомби. Нет, он этот... Франкенштейн или как его, да? Нет, это... Зомби. Зомби, да. Кого ты выбираешь? Я выбираю скелета. А я... Так, вот она, курочка. Убираем в духовочку. 6 штук, я думаю, нам хватит. И все, картошка уже готова. Вкусняшка. Нашли? О, смотри, здесь такие есть. Я только нахожу вот это и вот это. Нам мы хотим пистолеты. Так, нам понадобится зелень, листья салата. Помидорчики, не знаю, кто-то захочет, я хочу с помидорчиками. Так, здесь у нас кетчуп из соусов. Это у нас тартар соус. Майонез, как в Макдональдсе, с огурчиками солеными. Это остренькое, я люблю. Перчик красный тоже по желанию, огурчик тоже по желанию. И все, и у нас там картошка и курочка. Мама, и будет здесь... вкусно. Здесь чистая посуда, можешь вытаскивать. Немножко. Спасибо немножко. За помощь. Сначала огуречки. Сначала его нужно раскрыть, а потом помыть. У тебя опять икота. Да. Так, в прошлый раз, что там нам помогло, когда мы трансляцию увели? Нужно посмеяться очень сильно. Над чем-то очень смешным. Ксюша! Ксюш! Чуть меньше половины отрежь, помой, а другую заверни обратно. Вот так? Да, да. Осторожно. Я Маргарите говорю, она икает, как в мультфильме. По-моему, Том и Джерри был мультик. И икота была... Там же, видела, собака большая есть. Да. И у этой собаки был щенок. И вот этот щенок, он икал. И вот он точно так же икал, как ты. Прям вот точно так же. Так, все, мы уже садимся.
Вот такая вот у нас получилась штука. Шаурма, или как ее там называют. Кусай. Съешь всю? Точно? Больше не могу. А мы тут лежим, фильм смотрим. Конфетки кушаем. М&М. А фильм, знаете, наверное, ну все этот фильм, скорее всего, видели. Про близняшек. «Двое, я и моя тень», по-моему, называется. Старый фильм. Я еще маленькая была, смотрела. Только три? Почему три? А Максу нет, что ли? Я ему уже дала. А, ты ему дала уже? Окей, okay. Каждому по одному, короче, осталось. Мне кокос очень сильно и писал. Кокосовое вкусное, да? Бонни снималась в нашем видео, да, сейчас? Бонь, как они тренируют. Я кушала уже банан. Бонь. Бонь у нас была в главной роли. Да. Я с Максом всегда делаю. Да. Отпускай руки. Он не хочет. Ты куда его? Ты зачем его выкидываешь? Так, давайте осторожно, пожалуйста. Что ли? Нет, осторожно. Это йога-челлендж. Ага. Мы это тоже на гимнастике делаем. Да? Полетел. Марго. Маргарита грустит, потому что она не хочет искать новых друзей, если мы переедем. Ей уже надоело постоянно. Марго. Новые друзья, новая школа. Хотя мы только первый раз переезжаем. Мы первый раз переезжаем. Ну как, сюда переехали. И если мы на следующий год опять переедем, то... Мам, где вакуум? Опять новые друзья. Ну и чё? Найдём быстро. Найдём быстро, говорит. Маргарита не хочет оставлять своих друзей. А я ещё даже не разрезала. Тебе грустно? Ну здесь оставайся. Коала. Эй, чё-чё? Он так смотрит. Так, всё, Макс, давай. Побегали, попрыгали. И хватит. Унесешь сама? Ксюша, мне кажется, никогда в жизни не расстанется с этими игрушками. Она даже, когда замуж, наверное, выйдет, она их с собой заберет. Да, Ксюш? Да. Своим детям подаришь, да? По наследству будут переходить. Мишка. По наследству. Это кто тут перепутал комнату? Никто. Это не твоя собака. Моя. Ты... Почему ты с ней спишь? Это не твоя собака. Моя. Ней, Ксюше надо... О, ты смотри, она спать хочет. Ванюсь. Бонни иногда сама приходит к Ксюше спать, да? Вот так вот она ляжет и лежит с Ксюшей. Сама выбирает себе место. Вот так вот. Ножка какая красивая. Куриная ножка. Куриная ножка. Это разве куриная ножка? Собачья ножка. Все, спим. Спокойной ночи. Бонни, есть пить, кушать, все есть? Да, есть. Вода есть, все есть. Спокойной ночи. Смотрите, это у нас... Это нам дали, когда мы были в селфи-отеле. Такая штучка. Не беспокоиться. И здесь написано «Selfie in progress». Там Маргарита селфи делает. Ты где? Смешно. Да. Ладно, давай. Идем спать. Почему машинки? Это шарик дырявый. А вот этот хороший. Смотри. О, круто, скейтборд! Ладно, все. Покатаюсь. Всем пока. Пошла я Макса. Всем пока. Укладывать. Все, всем спокойной ночи. Пока.